Они в своей стихии. Порядка 200 ребят устраивают заплыв в бассейне центра «Нептуна». День браса и дельфина под таким названием. Здесь проходит первенство Щелковского района по плаванию среди юношей и девушек. Одни из самых, в общем-то, зрелищных, самых технически тяжелых способов представлено сегодня. Дельфин, он очень тяжелый, вот баттерфляй по-другому называют, очень требует от ребят большой физической подготовки. Брасом юные пловцы должны были преодолеть дистанцию в 50 метров, баттерфляем от 25 до 50. Возраст участников различный, от 9 до 15 лет. На таких соревнованиях ребята постарше получают возможность поддержать себя в хорошей форме и подтвердить квалификацию. Ну а начинающие спортсмены испытать себя на прочность. Было трудно, но все надо делать хорошо и терпеть до последнего. Мне нравится плавание, потому что занимаюсь им очень долго. Потому что мне нравится побеждать. Я работаю на результат себе. Я люблю плавание, потому что им самые сильные люди на свете занимаются. За 43 секунды преодолела дистанцию в 50 метров брасом Виктория Боровик. Вот уже 6 лет она занимается подводным плаванием. В Щелковском первенстве девушка взяла сразу 2 первых места. Планирует построить карьеру профессионального пловца. Я занимаюсь 6 лет. Мне очень нравится плавать. Я, скорее всего, пойду в карьеру. А вот Степан Северин практикует именно такие классические виды плавания. В будущем видит себя тренером, ну и, конечно, хочет попасть в региональную сборную. На дистанции в 50 метров брасом юноша показал блестящий результат в 35 секунд. Мастера спорта выполнить, поступить на тренера, хочу стать тренером по плаванию. На соревнованиях невольно отмечаешь, такой вид спорта, как плавание, представлен в районе действительно массово. На данный момент в бюджетных секциях плавательного центра «Нептун» занимаются порядка 500 ребят. Для их родителей главный приоритет не только победы, но и здоровый образ жизни их детей. Мы болеем за Щелковский «Нептун». Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».